Так, народ, короче, мы более-менее потрогались. По полигону намотали кругов 7. Теперь перед нами элемент. Элемент змейка. Блин, когда вам инструктор говорит, не сбивай колышки, просто крути налево-направо, ну, я считаю, что это не инструктор. Ну, он же тебя должен научить, понимаешь? Ты ведь понимаешь, что ты будешь ездить во дворах, там, например, у нас в Альметьевске есть улица Шевченко, там есть 154-й дом, там еще 162-й, и там очень узкие дороги, в плане того, что нет, днем-то они нормальные, широкие, даже скорая проедет, а ночью, так как жители ставят свои машины вдоль дорог, эта дорога начинает суживаться, и остается полоса, вот, блин, протиснуться там трудно. То есть для чего змейка нужна, чтобы именно вот в таких ситуациях просто спокойно, аккуратно это все проезжать. Сейчас с вами посмотрим. Сейчас я вам попытаюсь объяснить, как, на что обратить внимание в этот момент, когда вы проезжаете по узкой улице, чтобы не зацепить ни задом, ни передом машины стоящие, ну, в данном случае будут колышки, и спокойно проехать. Вот эта змейка, да, вот этот элемент, вот наши колышки. То есть мы же видим, вот я сейчас понимаю, что у меня сейчас нужно сделать поворот вот так налево, правильно? Там сделать поворот туда направо. Чтобы правильно это сделать, нужно ставь первое сцепление, первое, ручник. Нажимая на кнопку, надо дернуть вверх. И потихонечку, ногу на тормоз приготовь только, начинаем спускаться. Спускайся. Ну, заезжай, в смысле. Но не спеши. Сейчас скажу остановиться, надо будет остановиться. Вот, остановись, остановись. Теперь, смотрите, ребят, вот он подъезжает, да, вот он, если вот с его примерно вида снимать, видите, нос машины, где угол левый у машины есть, ну, соответственно, есть правый, есть левый, да, нужно расположить всего лишь левый нос между колышками. То есть ты смотришь на левый нос, довозишь его до середины элемента и начинаешь его стараться удержать просто посередине. Еще крути. Все, вот видишь, мы из поворота сейчас выйдем, получается. Идем. Выпрямляй потихоньку. Иди, иди, иди. Че ты остановился? Дальше смотрим. Поворот направо, также правый нос. Чтобы правый нос был между колышками. Все, выпрямляй. Налево. Понятно, как это вообще работает, в принципе. Тут направо. Дальше, ребят, сразу элемент 90 градусов, ну, который за змейкой. Та же самая змейка, ничем не отличается от той змейки, которую мы делали только что. Но здесь угол поворотов просто круче. Можно по носу, можно по зеркалу посмотреть. Объясняю, как это, да? Ну, на канале есть видео, там, зимой мы еще это делали, снимали. Так что не должно быть особых проблем. Вообще, в принципе, проблем с этими элементами не должно быть, потому что они легкие. Что мы делаем? Мы заезжаем на элемент. Заезжай. Сейчас Айдар у нас заедет потихонечку. Стараемся прижать машину правым боком к правым колышкам, вот к этим. Но не забываем, что надо руль выпрямить. Все, остановись. Стой. Теперь руль выпрями. Так. Давай, 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 давай. Крути куда-нибудь. Вот сюда закрутил ты его налево, да, в упор? Сделай полтора оборота назад. Раз. Еще. Два. Все, стоим. То есть, ребят, сразу, чтобы, блин, не забегать, придется бежать вперед паровоза, дай руль. Смотрите, чтобы вот вы крутанули руль куда-то сюда, да, забыли, куда у вас смотрят колеса, остановились. Как понять, куда смотрит у меня сейчас колесо? Выкручиваете в любую из сторон, вот, например, вправо, да, в упор. Дальше считаете, чтобы вот это место, вот, то есть напротив шильдика, вот это вот, пришло к вам второй раз. Получается, раз пришло, два пришло, колеса встали в положение прямо. Дальше. Видишь вот эти угловые колышки? Да. Вот прям вот, вот эти три. Вот здесь на видосе, если еще посмотришь, потом я прям на них пальцы показываю. Сейчас мы будем двигаться просто вперед. Как только зеркало визуально за них зайдет, закручиваешь руль в упор налево. Еще зависит так, какая скорость у тебя. Если у тебя скорость быстрее, да, получилось так, что ты быстрее тронулся, быстрее поехал, закручиваешь интенсивнее. Если нет, то можно спокойно, медленно, вообще аккуратно закрутить. Поехали, двигайся вперед, смотри просто на зеркало, и как только колышки вдоль зеркала, у тебя освободит обзор, вот это зеркало, сразу закручивай. Поехали, поехали, не бойся. Вот зеркало зашло за них? Нет еще. Еще поехали. Зашло? Вот просвет появился между колышком и зеркалом, вот он видит сейчас. Все, начинаешь двигаться и закручивай.
начни ехать. И поворачиваем. Все, нажимаем на сцепление. Надо скорость погасить. И остановись. Выпрямляешь руль. Да, еще оборот. Все. Та же самая петрушка с этой стороны, с этим же зеркалом. Также зеркало заходит за окошко. Останавливаться на этом элементе можно. Дается 2 минуты. Ребята, тут можно, блин, 10 раз все это сделать, в принципе. Прямыми колесами приезжаешь, зеркало зашло за колышки, поворачиваешь. Ну, поворачивай. Крути, крути еще. И нос у тебя, видишь, посередине всегда машины. Ну, посередине элемента. Едем также на змейку и заново сюда же. Змейка 90 градусов. Нос, то же самое был. Он был, ну, получается, что нос располагается также посередине этого полосы, которую надо выполнить маневр. Вот такой вот, ребят, маленький ликбез по поводу 90 градусов, да? Ну, ты же знаешь, как это делать вообще, в принципе, это все легко. Просто когда ты уже, там, 3-4 вождения это делаешь, ну, получается вообще без проблем. То есть ты можешь контролировать скорость, ты можешь контролировать спокойно любой поворот. Грубо говоря, если вот прям очень грубо говорить, элементы змейка 90 градусов, потом параллельная парковка и эстакада, ну, это... Просто город. Это те же самые, блин, повороты, что вы совершаете в городе абсолютно. То же самое трогание там на улице. Допустим, Джалили, да, ну, у нас в городе просто улица Джалили, трогание идет в город. Там в Казани где-нибудь около Баумана, там на улице у Запечатников такая же. Петрушка также приходит трогаться прямо в гору. Так что все нормально. И курсанты обычно не боятся просто. Просто нужно перебороть немножко себя. Я понимаю, что машина, да, там есть страх. Ну, в принципе, все ништяк.